8 минут, более 150 примеров разной степени сложности. Лист бумаги с задачами и специальные счеты «Абакус». Вот стандартный комплект, необходимый студенту школы ментальной арифметики. А дальше дело техники и знаний. В Астане проходят 4-е республиканские соревнования по ментальной арифметике. Более 700 участников в возрасте от 5 до 14 лет приехали из 14 городов Казахстана побороться за звание сильнейшего счетовода. По словам организаторов, соревнование «ЮСИМАС» – это уникальное. Программа развития умственных способностей детей, основанная на системе устного счета. Каждый ребенок, он уникален, да, и гениальность есть в каждом ребенке. Это надо с детства развивать. В принципе, мы берем детей любого возраста, да, их готовим. Здесь главное, ключ к успеху в том, чтобы они тренировались ежедневно дома. Так как они к нам приходят только один раз в неделю на 2 часа, в течение недели они должны по 15-20 минут выполнять домашнее задание. Все.